Предлагаемая площадь. Кого поеду на Брест? Как-то длительный урок. Еще один. Так, всем добрый вечер. Я еду на вокзал. Еду на Брест. Дорога в Брест. Часто. Идем на вокзал. Тихонько. Вот такой вокзал. Тут. Так. Такой вокзал, ребят. Так. А мы продолжаем поход на вокзал. Гомеля, Брест. Первый путь. Вот такой вокзал. Это гостиница была. Все понимали, что это запах. Это запах, блин, обогатый запах. Железный дорог. Ты согласен, кстати? Лайк. Вот это, наверное, купейни. Два купейни поищу. Или ШВ. Не, ШВ тут нет, эконом-класс. Поезд в эконом-классе. Так что всем пока-пока. С вами был Евгений. Не забываем ставить лайки и подписываться на канал. Также писать комментарии. А я поехал дальше. До лета. Всем пока-пока.